Алена Каримова немного волнуется, но движение уверенное. Она уже год обучается по специальности «Сестринское дело» в Рязанском государственном медицинском университете. За это время были изучены профессиональные дисциплины. Пришло время показать их на практике перед строгим жюри. На самом деле это очень волнительно. Готовились почти целый месяц к этому. Тренировались, повторяли все, что было изучено в течение года. Это, безусловно, конечно, нужно. Это мы нарабатываем опыт. Это нам повторение знаний наших, навыков, все-таки умений. Ну, нужно себя хорошо показать. Олимпиада «Первые шаги в профессию» проводится в РязГМУ впервые. В этом году значительно расширилась материальная база для подготовки среднего медицинского персонала. Появились тренажеры, позволяющие оттачивать профессиональные навыки. Впереди экзамены, а выступление на Олимпиаде – отличная возможность еще раз проработать изученный материал. По всем дисциплинам предусмотрена форма промежуточного контроля, форма итоговой аттестации, является по ним квалификационный экзамен, который скоро студенты будут сдавать. Олимпиада призвана вовлечь студентов активнее в процесс подготовки к экзамену, вызывает интерес живой, то есть возможность еще раз попробовать свои знания, еще раз убедиться в том, что они это освоили хорошо, ну и, конечно, то есть это студенты первого курса, для них всегда интересно попробовать на практике, всегда интересно, ну, такие вот замечательные тренажеры, муляжи, то есть на них посмотреть приятно, а уж выполнить какие-то манипуляции, тем более. Помимо манипуляций, студенты прошли тестовый контроль знаний, показали умение решать ситуационные задачи, с которыми сталкиваются медицинские сестры в своей работе. Такая олимпиада в Рязанском государственном медицинском университете прошла впервые, но планируется, что уже со следующего года она станет традиционным мероприятием.